Я недавно играл на Вьетнаме, так и не понял, в чем его прикол. Да, да, я вот просто тоже один раз поиграл и что-то не понял совершенно. Но а тем не менее, меня... Атиню меня в прошлый раз вынес на... Может, Атиню просто лучше играет? Как был. Вариант. Нет, как вариант, да. Как вариант тоже. Я просто не представляю... Атиню, он пишет, это был не я, меня подставили. Я вижу, вижу. Я просто не ожидал тогда от него такой подставы. Нажми галочку. Ой, всем привет! Очередная сетевая. Шестую циву на восьмерых карта. Так, стоп. Я вспомнил, что мы не обсудили, будут ли у нас ограничения. Вот я вижу, Даррелл послал 170 ходов. Но мы же это вроде не обсуждали вообще. Может, слушай, ну это по... Да, уже... давай, да, согласен. Да. Есть что, кто-нибудь, да? Что случилось? Ну, мы не обсудили ограничения по ходам. Типа нет уж этих... Нет, это логичное, разумное ограничение. Все правильно, 170. Я думаю, что я не доживу до 170-го. Ну, так, континенты у нас стоят, а, да? Где тут ограничение? Что-то я его не вижу. Ну, тут, вообще, я вижу, что стоит ограничение макс ходов 170. Да, слушай, точно, у меня же автоматическое формирование. А мы оставляем его же? Ну да, нету противников, чтобы... Что-то было. Поехали. Так, поехали, прошу прощения. 10 часов. Карта континенты на восьмерых. Все режимы, все три режима: монополия, корпорации, варварские кланы и случайные технологии эти включены. Так мы проголосовали. Ну и случайная цивилизация. Давай сейчас посмотрим, что мне выпадет. Прям даже интересно. Так, ну, шумеры. Он уже у меня тут компьютер просто вылетел, компьютер сам поставил. Ну, в принципе. В принципе, нормально поставил, не будем. Он поставил, там же видимо появился. Я тоже на плюс 8 производства сразу поставил комп. Молодец. Не, ну он меня поставил там, где я появился, так что. Ага, нормально тогда. Да, ну давайте заканчиваем ход. И даже поставил производить разведчика. И у меня такая же. Леша, извини, пожалуйста, а мой еще умудрился. Я сейчас вот это самое скажу, чтобы все не обижались. Он еще и рядом с чудом поставил. Ну, мы это поняли уже по плюс 8. Правда. Так, единственное, понятно, тут вот так переключить скорее надо. Ты и так поставил сам. Так я его не видел. Город рос. Я не успел. Так, ну убираю, ладно, рожу свою. Так уж и быть. Так, пойдем сюда. У шумера способности при захвате вражеских лагерей еще получаем бонус племенного поселения. Да. Что у нас? Карта континента. Да, континенты. Так, хочу рабочего. Деньги. Жаль. Так, три меди. Ну, это все вырубать можно. Единственное, что вот так, у нас есть... Олени, это значит, что можно подумать про Артемиду. И вообще можно еще про эти минанки подумать, между прочим. Наш на речную... А, ну я пока не вижу эти минанки. Где? Какие-то горы имеются. Но вот не люблю, чтобы города рядом с вулканом были. Особенно столица. Наверное, в эту сторону пойдем скаутом. Давайте еще одного. Так, ну на побережье какой-то город влазит, но... малопроизводственный явно. Он там будет. Ну, давайте предварительно я там бахну. Такое ощущение, что здесь у меня автопилот очень продуманный стоит. Просто, ну, так поставить, я уже еще раз посмотрел. Ты знаешь, как раньше сами летчики заходили на полосу, плохие метеоусловия, они там, блин, сражались с ветром, с порывами, с ним, а тут просто, знаешь, луч ставит, он получил, сама компьютерная фигня и ставит. Молодец. Подожди, а почему раньше? Сейчас так летчики не заходят? Ну, в основном сейчас большие лайнеры заходят через... как это называется-то? Через луч. Автопилот? У них нет, не автопилот, это называется специальная система посадки. Вот. И... Я просто видел всякие видео, как большие лайнеры как раз чуть ли не боком при ветре садились.
Неужели это автопилот чисто? Нет, нет, нет. Плохие метеоусловия, дается сводка радару, и идет, как это самое, там уже принятие решения. Если так, а чё, стандартные метеоусловия, там ставится авто, как же называется, не автожир, как же называется эта система. Это по-английски она звучит. За реку, а, за вулкан, понял. За реку и за вулкан два очка уже эпохи дали. Это не совсем автопилот, это специальная система посадки. Для того, чтобы она срабатывала, должен быть наведен через диспетчерскую вышку. То есть условия посадки задает не человек. Блин, у меня вот тут что-то нигде не влазит город, а тут хорошие места. Ну, в смысле, не влазит, чтобы... Это самая как у вас спецпрограмма, разработанная в диспетчерской... Чтобы... Нифига себе. Жестко что-то, да. Так, давайте я... Все же помнят этот самый «Крепкий орешек 2», когда там говорят, я вас сажаю, молодцы, и тогда шлепнулся. Там меточки ставят. Поэтому еле... Еле ходим тут так. Астрология. Может, астрологию все-таки под... Ну, вообще, сначала животноводство еще... Нафига я... А, блин, еще компьютер гончарное дело открыл. Вот это... Ну ладно, зато мы астрологию тут увидели. Не это то, чтобы я... Два чуда нашел возле столицы. О, здрасте. Ну это мое чудо, ты понимаешь? А, можно выразить очень нецензурное, а в рот не плюнуть жеванный марк? Оно же еще и это, понимаешь, вон действует, зараза. Сейчас ты там и там прикопаешься. О, хорошо, договорились, да? Че договорились? Тебе радиус мой сказать, рядом с которым этом самым? Говори. Окей. Сейчас. Сейчас все будет. Mm-hmm. Мысли твое чудо. Блин, мне не нравится. Как-то мне вообще не нравится, как тут у меня реки расположены. Я вообще не вижу, как мне нормально города ставить пока. Упорочка, я не верю своим ушам. Это же здорово. Минус два конкурента. Тем более с чудесами они там. Сейчас будет мясо. Ой, блин, а зачем так сразу же? Хреново. А, господи. А у меня тут еще немножечко что-то сверху упало. Так, ну я, наверное, отойду, полечусь. Не хочется скаута уже так быстро терять. Что сверху? Метеорит? Да. Во второй радиус. Это опасно. Хочу ли я туда идти? Наверное, давайте сюда пойду пока. Так. Животноводство, потом горное где дело сказал, пойду. Там вообще оказался, там а то мне обрабатывать перемычка, нечего. Ну да, проверь. Я ж проверю. Блин, ну... Но тебе это очень... Блин, а эти минанки я не вижу, да? Сие чудо. А, Стоунхендж... Да нет... Негде. Лёша, он меня обижает, накажи его. Хорошо, баним деда, всё. Всё, я пошел тогда. Да, спасибо за игру. Спасибо за игру, вообще изи. То есть это вот так надо действовать, когда тебе выпала плохая нация, о, да? Строители. Так... Ну давайте, блин, вообще я бы хотел на самом деле пшеницу, а я уже могу изи курас строить. Ребята, если город на геотермальный источник ставить, он пропадает или нет? Нет, остается и работает. Отлично, спасибо. Ну, единственное, он тебе электричество, естественно, не будет давать. Ну, или да. Будет, подождите, что-то я задумался. Не будет, не должен. Поставить на него. Блин, еще деньги дали. Я дострою еще одного строителя, пускай... Почему нет? О! Ну вот, смотрите, кампус на плюс 5. То есть тут должен быть какой-то город. Но у меня не влазит вообще, то есть... Ну, может, тут посмотрим? Вдруг тут на реке где-нибудь мой будет. Мой оппонент, ты точно хочешь подраться? Я ж наращу кое-что. Давайте покажу народную можно торговлю. Можно не говорить нации, а? Я говорю, мой оппонент. А мне послышалось, ой, японец. Ой, японец, ну, ты точно хочешь подраться? Как бы недалеко от японца, да.
Нет, я хочу там поставить город возле чуда, вот и все. Нет, это моя корова, я ее дую. Значит, не лошади. Так, ну я этим буду вот эти три обрабатывать. Прикол только в том, что походу Артемиду как-то не особо влазит. Дострою еще один. Еще одного. Так, давайте я куплю еще эту клетку. Очень три крутые клетки. И после... Поставь метку, где ты хочешь его поставить. Бараны, после этого рабочего давайте... Бараны из. Ну, походу, сюда придется какой-то вести, это точно. Вот так. А это нормально, блин, не хочу туда подходить, там варвар где-то ходит. Варваров мне улучшили цивик, который улучшается тем, что ты разграбил варваров. Не знаю, короче говоря, жребий, короче говоря... Блин, вот бы сейчас это... Очень близко лояльности. Очень. Не может быть, мы с ББСом играем, там у нас должна быть... Даже не 10, по-моему, а 13 клеток, что ли. 13 клеток должно быть. Вот у 12 есть как раз. Ну, каждый поставил по 4, по 4 клетки вперед. Значит, кто-то на этот, кто-то жадничает. Махинджидара я первый встретил. Так, смогу ли я его убить? Ни хрена себе. А, это вот так работает? Давайте я еще постою, тогда полечусь. А это мне город слегка взял ту клетку, где упала, и сразу же кое-что дало. Так, пойду пшеницу обрабатывать, чтобы ускорить. Привет. Так, а Урук вообще что хочет? Какую клетку присоединить сам? 6 ходов. Нет, 6 ходов это долго. Ну, чтобы орошение ускорить. Блин, там тундра. Так, Махенджо-Даро, по-моему, как раз дает... Полное я жилье от воды, как если бы не находились у реки. Вот мне бы Махенджо-Даро на самом деле засоюзить бы. Честно говоря, и тогда я могу где угодно сказал. Города поставить. Может, мне это как раз Махенджо-Даро тут сгенерировалось, чтобы помочь копейщиков создать. А копейщиков я еще не открыл. Что за у вас? Копейщики в железе. Не знаю, я ничего вообще не нашел. Ни чудес, ни руин, ни ГГшек. Трындец какой. Не, руинки я хоть нашел, руинки, блин. Я не знаю, мне вон рядом в третьем раунде выпала звезда. Камп сам поставил. Да, он, блин, не уверен, будет ли он еще грабить вот, сейчас. Чудо. Ладно, я пойду пока вниз. Тут еще пришел мой оппонент, говорит, это мое чудо. Я пока пропущу ход, вдруг он не разграбит. Почти пятый радиус, ты че? Он говорит, вот хочу и все. О, привет. Ой, привет. Так, куда там за чудом-то надо идти вниз, да? Да, можешь вниз посмотреть. О, классно. Ребята, кто там открыли чудо? Кто скажет, где астрология? Сейчас. Так, где у нас орошение? А, после кончания. О, блин. Проблема, что я буду без счастья сейчас долго сидеть. Еще. Еще и проблема со счастьем у нас тут. Да. Ну, видимо, этот кампус для какого-то города здесь, который должен быть поставлен. Тут надо на побережье ставить. Ой, какой здесь классный город будет. Кампус на плюс 6. Осуждаю такое. Ребят, да что ж такое-то? Осуждаю кампус на плюс 6, не одна гора. Понимаете, люди сидят тут, можно сказать, не в таких хороших условиях, как вы. А вы душу нам теребите. Вы душу тут травите, а? Да воюйте между собой, воюйте. Так... А тебе это не надо, да? Да, конечно. Да всем надо. Я не хочу такого. Хочу жить мирно. Ага, вот и Алга. И воюешь, я правильно понимаю? Так, ну тут, конечно, классные места, но представляете, как долго сюда будет пусело вести. Все, я уже это убежал. Видите, он не грабит. Я так одним глазком на тебя глянул. Крашненький, да? Небритый. Блин, у меня вот на 4 уровне города только плюс 8 молоточков. А вот со старта. Ну, видимо, надо обработать вот эти, как его, медь, вот эти две штуки. Опыт просто дали, да?
Ну вот тут надо город стоять. Я думаю, что я сейчас поведу именно сюда город, потому что тут два... Слушайте, а вот эта культура означает, что здесь чудо. Хороший город. Тут чудо какое-то, ребята. Сюда, короче, и поведем посело. Потому что... Насчет хлопка я не... Ну, видите, тут, тут походу... На побережье... Давайте угадывать чудо, я сейчас подумаю. Здравствуйте. Так, лагерь. Здравствуйте, здравствуйте. Так, а куда? Налево надо к чуду идти? Этот, Алгар. Ну, вниз идти. Вот, привет, Дарвилл. Вот вечно тебя налево тянет. Ну, вот... Ну, что поделать-то? Я, короче, не знаю, какое чудо. Вниз, давайте окей, смотреть. Откуда вы стоите? Ну, я так понимаю, это твоя столица? Да. Ага. А-а-а, дорога гигантов. Дед, здорово. Привет. Чего вас так много-то? Так что, у нас 5 на континенте, что ли? Ну, пока 4, но не очень близко. А мы с тобой, видимо, на другом континенте, да, Смолк? Похоже, что... Смолк, ну, тут... Ты тот самый перс, который был, да? Да, да, это О, я. Все, понял. Стопайте лидера, пацаны. Так. Пожалуйста, можно хоть одну игру не стопать? Где моя лайф на своих конях? Блин, сегодня он работает, так что... Майнкрафт писал, да, что у него отпуск кончился. Так что... У солдата выходной. Повезло тебе, повезло, получается, Смолк. Повезло, не повезло, тут как-то все очень плотно, я вообще не знаю, куда расселяться. А, ты где-то еще видел? Да, я вижу границы. Дед, качну тебе цивик. Зеленые границы видишь? Ну а что ты сюда пошел? Кто тебе вот, тебе кто сказал, подходи сюда? Кто сказал, что видит зеленые границы? Смолк. Смолк, а ты на каком континенте? Ну, а что мне бояться? То я все горами, ну блин, у него он, конечно, с этой... А, подожди, нет. Получается, скорее... континент другой есть, опа. Да. Это так, а почему не построился? Я посел не построился. Вроде должен был. А наверх тебе идти за другим континентом? Понял. Да, да, наверх. Блин, тут с лесов столько, хрен пойдешь. Я, в принципе, места хорошие у меня. Но это очень долго, во-первых, расставлять надо. Я уже третью игру подряд... Какая-то горная гряда непроходимая спаунится. Ну и похоже, тут видимо, горы тоже будут, и похоже, я сегодня не смогу поставить, чтобы сюда использовать. Ну, тут мне надо где-то здесь ставить. Так, дорога гигантов, наземные боевые юниты получают способность к Аквапина. Я явно рядом с чудом не смогу поставить, то есть как бы... Мне надо сюда ставить. Отходим. Блин, а... Даже так, да? Ну, окей. Мне войну объявили, я тебе войну объявил. Тотальная война. Фига себе, там. А ты уверен, что ты потянешь? Я сейчас тогда удалю его просто. Жесткие ребята. А. Ой, шо там, посело захватили? Да. Оп. Все. Видите, тут даже... Кирдык. Ладно, тебе, рискну. Слушай, дед, а ты у этих желтых козлов разграбил? Чего? Ну, желтых козлов ты убивал или нет в лагере? Нет. Ты мне дружбу предлагаешь, чтобы в лицо город поставить? Ты к кому обращаешься? Это к Смолку? Ну да. Где город, ты думаешь, если... Значит, не должны захватывать этого флага. Тут сейчас будем просто стоять, сейчас прокачаю дуболом, у меня есть... в радиусе 6 клеток от столицы. Поэтому не знаю. О, мне ходят слухи, что цивилизация Корея... Блин! Зачем?
Ладно, зато я не прочитаю, кому она объявила войну. Хоть что-то хорошее. Блин, зачем я реально начал читать это вслух? Так, 3-3-3. Ну, следующий уходим все равно вырастет, так что пускай на производстве стоит. Мне бы еще одну шахту, кстати, чтобы ученичество прокачать. О, может, все-таки тут будет проход? Блин, а тут скаут-то не пробежит, получается. Фак. Надо возвращаться. Ну, тут, конечно, город ставится. Тут город ставится. Хорошие места, ничего не скажу. Но вы понимаете, как долго надо будет туда везти? То есть, вот этот город, это сам вообще, наверное, в последнюю очередь. Так, копье Фина. Плюс 5 к боевой мощи всем боевым юнитам. То есть мне надо будет сюда паломничество все-таки делать для юнитов. Ну тут вот я вот сюда город хочу поставить, и тут просто... А тут какой-нибудь военный лагерь, да? И про Корею можно забыть. До самолетов, предположим. Ну, давай, захватывай. Уже мой. Так, просто стоим здесь. Что так? Нет. Дальше что у нас? Ну, готовь жопу. Пипец. Мылить ее будешь или что? Ну, ему советую ее помылить. Чтоб не так больно было. Так, куда идти мне дальше? Алгарон. Так. Ну, вообще налево у нас... надо было идти. Налево наверх. Вот тебе повезло с нацией, типа, реально классные, типа. Поэтому я тебе бы лучше бы дружил бы. Ну, а с кем мне тогда заниматься непотребством? Соседи, блин, все карточки не нужны, мне надо бы юнитов построить. Так, ну, и я этих не вижу, да? Копейщиков. Я пока я не вижу необходимости прям спешить с... союзничеством Махенджи-Даро. Блин, даже так? Знаете, я постою, я не хочу тут под вулкан убивать, что этого скаута вообще в принципе не... Ну вот уже вулкан, ну блин. На самом деле нормально-то поевать я с тобой не смогу, скорее всего. Ну вот и где здесь нормальный город ставить? Там одна клетка проход через горы. Угу. Как тут нормальный город, вот нормальные города, чтобы поставить просто? И просто там... На побережье, а просто чтобы они нормальные хотя бы были. Типа в любом случае тебя стопать придется рано или поздно, поэтому... Да, я абсолютно безобидный человек, нашел кого стопать. Угу. Блин. Ты да, вот нацитого я тоже. Ну я-то сам по себе не умею. Ну, может стоить кампусы очень хорошие. Ну, да я думаю, что вот здесь где-то придется... На ней играть не надо. Просто очень широко иначе будет. Смотри, это так, Смог, ты куда собираешься город ставить? А если у тебя одни луга безо всего, то бесполезно. Сейчас тиметку тыкну. Ну, я не знаю. Тут вот этой штуки, которая тебе нужна... Я еще понимаю, что если я сюда ставлю, то не будет соседства для гавани. То есть мне гавань придется просто отдельно, не будет соседства с центром. Сюда ставить нежелательно, потому что не влазит. Тогда сюда ставить слишком близко к Корее будет. Да, не успел. То есть вот здесь очень что такой, ну, нормальный город. Единственное, что не будет соседства для гавани. Все понятно. Ты видишь метку мою, куда я город ставлю? Тебя все устраивает? Так, ну вот этот скаут не сообщит желтым козлам о нас. Здравствуйте. Что ж вас так много всех? И не здоровается. О, вон. Осуждаю. Извержение произошло. А тень я? Ну, я это... Подожди. Замерюсь с дедом, когда тут город поставлю. А тень, ты Конгора встретил, да? Как Нарай кинул тебя? А, ты сразу вот так вот, да? Не дружи с ним. А где, подожди, мне ничего не пришло? Ты можешь ниже поставить? О, Алексей, здравствуй. А, метку ты? Здорово, Дарвилл. Ты говори, кому говоришь. Да, мне Смог, сказали... я тебе кинул трейд и этот. Так, то есть тут у вас инк. Короче, у меня очень мало места для городов, на самом деле. Насчет метки, блин, не могу ниже. У меня тогда другой город не поместится никак. Только это вот крайнее, что я могу сделать.
И тут еще и вулканы. Короче, что-то очень не очень у меня предлагаю с местом. Предлагаю, дед Бородец, чтобы никому не досталось это место. Я не буду там селиться, ты не будешь здесь селиться. Просто мне стольню прикрыть нечем. Не имею смысла. Да, слышка, это не очень. Я думаю, что и тебе слишком жирно, и мне это слишком жирно. Ага, вон где у нас лагерь. Пускай вот... Ну, не знаю. У тебя там места есть селиться? Ну, теоретически, да. Есть, конечно, есть. Алексей, у тебя? Ну, я вот сейчас поставлю рядом с чудом и вниз больше не пойду. Нет, я имею в виду дальше. Есть там? Вверху. Вверху, там, слева, справа. Блин, ну я вообще никак не могу. Ну, сверху вроде есть, просто... а вот справа это, как мы с Дарвилом договоримся, я так понимаю. Ниже, места я понимаю. Уже нет, ниже просто на клетку, вот эта вот горная гряда, которая... А ты можешь направо поставить на холмы и потом просто акведуком вляпнуть. Не, ну куда-то, вот реально надо куда-то сюда вести. Я хочу два города вот вместить снизу в этой гряды. Два еще не подставится под Македонию. Смотри, вот этот у меня вот под прикрышку, у меня встает здесь город. То есть я его ставлю на редкий ресурс, ставлю без воды, но чтобы он хотя бы прикрывал мне стольню. На всех болотных клетках в империи и наука производится на всех поймах рек. Ну тут поймы рек. Ну хорошо, я могу поставить сюда правее на этот. Раз, два, три, ну просто 4-5. Стоит ли вот эти минанки? Ну давай так. Просто компромисс ни тебе, ни мне. Воды, сейчас будет город будет без воды. Типа ничего страшного. Я могу сейчас поставить где-то здесь, даже без воды. Хорошо, я тогда правее ставлю. Очень мне не хочется, но... И у тебя город помещается. Или сюда может поставить. Да? Ну да. Может сюда повезти и вправду. Два, три. Тогда если может на овцу. Поставить кельметку. Я уже ставлю сейчас. Ты... Может ты его не увидишь. Я уже вот прям вот ставлю. Зачем мне метку кидать? Вот, все, поставил. Понятно. Ну, значит, бороться будем на двоих. Блин, ты прикалываешь. Это в четырех клетках от моей столицы. Это и в моей. Радиус там, три, ну, не четвертый, пятый. Ну не, я бы не против. Человек, можешь упарываться. Слева там вообще нет места. Ты не сможешь упарываться, потому что там одна, проход в одну клетку. Ну, ты же, в общем-то, все видишь. Я не знаю, поупарывайся, я конечно. Не знаю, но будем упарываться всю игру. С одним и со вторым. Потому что тут пара такая интересная. Что у меня места вообще нет, это серьезно. Два города и больше некуда. Ну попробуй тогда исследовать океан в ту сторону. Возможно, там у тебя есть острова. Как тебе такой вариант? Ну, у меня тоже как бы проблемы, как видите. Слушайте, давайте пойду сюда реально поставлю город. Тогда я, наверное, на овцу сюда вставлю. Ну, еще туда сверху. Раз, два, три. Наверное, на побережье. Что-то я никак не могу это самое... Не могу никак религию набить. Там по лобби, по кто выше становится. Так типа, не знаю, как дед хочет упарываться в меня, прям даже. Интересно, наверное, посмотреть на таком месте. А-а-а. Он про верование. Понятно. Так, я бы мореходство открыл. А ворошение у нас как? А потом ворошение. Так, давайте. Вот вопрос, Пингалу или Магнуса. Наверное, все-таки Пингалу. Блин, так я, может, еще выйду в золото? Я ставлю этот чудо, не чудо, я такой, улучшение. Молодец, но астрология еще не открыта. Говорит, что-то мне как-то веры не капает, блин. Так карточку поставить. Так стоит. Маловато все равно. О, Дарвилл, серьезно? Вот это ты бахнул... Че? Ну хреново ты бахнул город. В смысле хреново? Это 4... А, то есть я один нашел компромисс со своим соседом? Под столицу, под мою. Под какую твою столицу? Там было минус одна лояльность. Под какую столицу? Ты, очевидно, мог правее поставить. Нет. Вот прям очевидно. Да. Как это могло быть под твою столицу? Вот нет. Город ставлю, город. Ставь на одну ниже или с тобой. С моей стороны. Блин, может мне тогда сразу уже на овец ставить? Как
краешком, и у меня тогда будет с другой стороны чудо захватывать краешком. Ой-ой-ой. Нет. Ребята, нет. Хватит метки ставить, пожалуйста, я не могу походить вообще. Давайте поднимем таймер. Да, я вот... Да, тоже... Нет, что-то рановато. Динамик нормальный еще, пока рано. Да, 23 ход всего. Просто метки реально поменьше ставьте. А вот это вот обидно было, мне сейчас посила смыло. Господи, у меня уже и посила убила, сволочь, этот, река, и еще и рабочего прибила. Всех убивала. Так, ну, да. Тут проблемки. Ну, блин, это вообще законно так? С этим синяя, начинаются. Инком. Не в курсе. ХЗ пока что с этим делать. С тобой компромисс заключили, ну конечно. Ну вообще у меня еще влезет, если я навес, могу еще куда-нибудь сюда город потом бахнуть. Будет совсем, конечно, грустный. Сюда и сюда, да, можно? Так, стоим, лечимся. Ну тут варвары генерируют всякое. Так, рабочего следующим ходом можно купить будет в этом городе. И дальше... Ну, пошли так, видите, новый контент я тут не открою вообще никак. Блин, куда пошел? Господи. Да, ну, конечно, что-то очень... А знаете, почему мало места? Потому что много гор сгенерировалось. И... это походу, горы инка. Да вообще какой-то капец. Где орошение, кто-нибудь знает? Я знаю, где орошение. После колеса? Ты что? Ты смог, да, с тобой да. Можно. После колеса, да. Так и думал. Не, я на самом деле уже до четвертой даже, до пятой даже знаю, где что. О, там Артемида. Ставишь мне этого варвара добить от синие? Скоро. Да я убегаю от него. Отлично. Так. Блин, не надо инк сюда ответа. Подходить своим воинам. Куда поселенца ставить? Иди отсюда. Куда поселенца хотел ставить? Ты мне не сказал, я тебе не скажу. Какой ты нехороший. Не, ну ты бахнул, блин, вот город, даже не общаясь. Свою столицу, город, блин. Я даже твоей лояльности не видел. Это неправда, не этого не может быть. Не может быть, чтобы ты не видел моей лояльности. Если я твою видел лояльность, то и ты мою видел лояльность. Не, ну я тебя не пущу сюда. Это моя территория. Да, ну давай, удачи. Он ее пометил уже. Алексей, ну я думаю, надо этого человека останавливать, да? Да, я согласен. Ты же в курсе, что... А, ты меня еще не встретил, Иван, да? Нет. Тебе надо меня встретить, у нас будет бонус за войну с ним. Да? Инк, если ты собираешься с этим воевать, я с тобой. Ну, конечно, если он меня сюда поставит, да. Я буду, конечно, воевать с ним. Что, бразильцы не будем дружбу заключать? Ой! Ну, в общем, чего? Если Бразилия... Не, про Бразилию мы же уже знали, ее же Леша спалил. А он ее спалил. Нет, я не ее спалил. Не, говорили, что войну Бразилии объявляют. Не Бразилия. Я не Бразилию говорил. Ну, не знаю, откуда ты знаю про Бразилию, хотя ее не встал. Так, а что мне брать, в общем-то? Бразилия все плохо, у него на самом деле... Лагеря один у нас. Все плохо. Я тебе говорил, может от вулканической почвы взять, кстати. Поселенца и рабочего. Вот тебе то же самое. Ну, правда, геотермалок мало. Блин, плантации. Ну, плантации будет раз. Блин.
Может, от пастбищ тогда хотя бы две штучки? Ну, пастбищ мало, может, от плантации? Так, рыбацких судов мало, болотах мало. Ладно, от плантации возьму культуру. Не знаю, по-моему, дебильно взял. А как посмотреть города? Вот их сам что-то мне навожу, не показывает количество. Великих людей. Может, смотри, да, великих людей, да, где посмотреть? Как посмотреть, точнее? Так, ну давай. Наверное, пока мир закончится. А, блин, а по счету нельзя было сказать? Я как бы не готов был к тому, что ты так сейчас сделаешь. Кто тогда мы мир с тобой заключать не будем. Кто? Алгард, ты слышишь меня? Это галера. Я тебя слышу. Кто кому сейчас заключит режимы? Давай, мир, кидай. Пока что. Кидай. Я предложил. Понимай. Кто кому про счет говорил? Все. Я смолку, ой, не смолку, господи. С кем я дрался? С Иваном. Ну, смотри, я тебе ответил то, как ты поступил. Ну, смотрите, да, тут влазит город, убил. Тут... Нет, я не мог, ты на прошлый ход меня уже атаковал. 6 городов максимум у меня получается. Здесь еще, ну, возможно. Так как где у нас... Ты на прошлый ход меня атаковал вот так вот. А на этот ход у меня был шанс сбежать. Блин, может мне в Раннюю Империю лучше? Давайте в Раннюю Империю. А у тебя уже походил тот прошлый ход. 6 ходов по хотению. Так. Во-первых, тут рабочего покупаем. Атинья, я здесь хочу город поставить, и здесь. Не ведись на него, Атинья. Блин, не хватает мне... Ой, почему Атинья? Получается... Так, мне не хватает сколько до Золотого века? Да, это с ним. 6 очков. 4 очка я могу получить, поставив улучшение. Ну, мне как бы лагерь надо бы каким-то образом захватить. На этом пока все. Спонсоры канала продолжение могут найти прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!